привет, блядь. Ты помнишь, хорошо, из помидорков или нет? Ты сок из помидорки делаешь, да, Андрюша? Давай складывай скорее. Угу. Так. Один. Два. Три. Все, что тебе нужно сделать? Крышечку за... Нет, крышечку-то. У тебя сейчас все помидоры полетят. А. О, вот это сок! Вот это мощь! Посмотрите, ребята, какой томатный сок получился. Вот это да! Ой, что-то она не может, да? Прям тяжело я буду. Андрюша, нажали вы, да, у нас тут фонтан такой, прям на Андрюшку, да? Ребята, смотрите, какой он зеленый, прям красивый, да? Кстати, мы попробовали сок, да, из помидорок. Очень даже вкусный. Вот, сейчас будем пробовать из огурцов, да, Андрюш, помидорки? Ой, сок. Так, давай пробуй. Ну чё? Ты всё-таки решил попить сок огуречный? Да. Чтобы получить приз? Да. Ковки Андрюша будет делать сок, да? Давай складываем морковку. Ребята, вы любите сок из морковки? Вот я очень люблю. Она сладкая. Если еще можно сахарку туда добавить. Ребята, вы любите морковку с сахаром, может быть, на терочке? Так вкусно, правда? Если кто любит, ставьте лайки. Так, лучше. Да, Андрюха, стакан-то мы не поставили с тобой, да? Да. Все мимо у нас потекло. Поэтому сока получилось очень мало. Весь сок у нас вывелся. Ну ничего, попробовать нам хватит. Давай, Андрюша, пробуй. Не хватит. Ты хочешь еще добавить? Да. Добавить мы решили моркови, так как у нас все утекло, да, Андрюш, давай? Да. Так, давай. Вот, вкусное будет. Так, включаем. Где крышечка? Закрываем крышечкой. Да. Обязательно. Ребята, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. У нас очень много всего интересного. Вот он потек, оранжевый сок морковный. Андрюша, а ты знаешь, сколько там витаминов? Да. Много. Много витаминов, да. Все, выключай. И пробуй. Ой, что-то там стучит еще, да, пока еще. Давай, Андрюша, пробуй скорее. Не хочу. Там еще фотки какие-то. Я думаю, уже все. Слышишь, она уже все отжала. Все, давай пробуй. Скажешь ребятам, вкусный морковный сок или нет? Ну-ка, давай, Андрюшка. С трубочкой вылетала. Вот, Андрюш, такие трубочки есть. Ну что? Супер-класс прям. Мама, попробуй. Давай. Мама тоже попробует. Ребята. Ой, вкусно, да. Ну все, ребята. Мама, пробуй. Так. Да, очень вкусный сок, правда. Всем пока-пока, ребята. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Мы с Андрюшкой обязательно что-то еще очень интересное снимем. Да нет.